Друзья, всем привет! Итак, вы сами видите, какая ситуация на криптовалютном рынке. Биткоин растет, эфир растет, альткоины растут. Шатко, вялко, но какое-то движение вверх появилось. И больше даже хочется услышать ваше мнение, что нас ждет впереди. Такой видеоопрос коротенькое будет. Вернулся ли эфир? Скажем так, я даже видео так назову. Эфир возвращается под вопросом. $226 – это уже какая-то такая величина, которая позволяет, в принципе, майнить эфир и сильно не париться. Давайте посмотрим. Ну, например, для красных AMD карт – это стандартная стейблкоин, так называемая. Это Monero и эфир. И сравним. Monero у нас выдает чистыми при цене розетки 7 центов, 33 цента в день. Эфир чистыми при розетке 7 центов уже выдает 41 цент. Это карта RX574, условных 30 мегахэш на эфире, условных 950 хэш на Monero. Итак, майнить просто, тупо, без геморроя эфир становится, ну, если не профитно, то, по крайней мере, точно не убыточно, и вполне себе уже появляется какая-то окупаемость. 41 цент и практически даже, ну, это с розеткой 7 и условных 100 ватт потребления с карты, практически, ну, можно даже посчитать уже близко к 50 центам. Еще чуть-чуть, до $250, и мы будем иметь чистыми 50 центов с карты RX574 условных, а ее, в принципе, можно приобрести на данный момент бэушную за $100. Это 200 дней окупаемости карты. Но это уже практически чуть больше чем полгода, друзья. А это уже какая-то видимая окупаемость, то есть уже можно окупить и в разрезе одного года как бы и поиметь даже какую-то прибыль. А, как я всегда считаю, окупаемость — это пол цены видеокарты. То есть, если за $100 вы купили, то, ну, в моем понимании, окупаемость — это пол цены. То есть, вы на пол цены намайнили, и в любой момент можете продать за пол цены. Соответственно, окупаемость получается уже 100 дней на эфире. А это всего лишь 3 месяца. То есть, как бы, не такой большой срок. Конечно, с учетом того, что цена это продолжит расти, либо хотя бы зафиксируется в районе $250, либо $300. Что вы думаете по этому поводу? Вернулся ли эфир? Продолжится ли дальше рост? Меня бы, в принципе, устроило, если бы хотя бы долларов на 300 эфирчик зашел и подержался бы несколько месяцев. Очень было бы неплохо помайнить его и вспомнить те времена былые, когда можно было тупо включить майнинг эфира, не бегать по каким-то шиткоинам, не выискивать на 1, 2, 3 дня монету, прятать ее от кого-то там и пытаться что-то там как-то там затихарить, где-то там что-то быстрее всех помайнить там за 2 дня, потом опять переключаться бесконечно. А так включил, как говорится, и наслаждаешься с жизнью. Майнит себе потихонечку, капает тебе копеечка, и ты доволен. Итак, друзья, все-таки возвращаются те времена, хотя бы не суперпрофитные, которые были в 2017 году, а хотя бы какие-то более стабильные, где можно было майнить спокойно. $400 эфир довольно долго держался, и можно было хоть как-то майнить, иметь какой-то стабильный окупаемость, стабильный доход. Ну, вот такой вот вопрос. Я, конечно, глядя на все это, зарядился позитивом. Хочу вас зарядить позитивом. Но что будет дальше? Либо очередной раз нас всех нагнут, обманут, и киты сделают свое дело. Сейчас всех запрягут, все начнут закупаться, и они опять опустят курсы. Ну, вот такое видео рассуждение, друзья. Пишите комментарии, очень интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Всем пока!